Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Если вам неизвестно про эту базилику, то вы никогда ее не найдете. Она спрятана меж узких улочек района Трастевери, той части района, докуда мало кто из туристов доходит. Базилика возведена в честь святой Чичилии, христианской мученицы III века и покровительницы музыки. При поверхностном осмотре церкви вы рискуете упустить самое интересное. Церковь богата историей и настоящими художественными сокровищами. По легенде, базилика была возведена на месте дома святой Чичилии. Некоторые из этих остатков мы сможем с вами увидеть, когда спустимся под базилику. После смерти мученица была похоронена в катакомбах святого Каллиста. Это был III век. При правлении папы Пасхалия I в IX веке мощи святой были перенесены в базилику Санта Чичилия ин Трастевери. К IX веку о местонахождении мощей святой Чичилии в катакомбах святого Каллиста было уже забыто. Но святая Чичилия явилась папе во сне, указав на место, где сейчас находится церковь. По приказу папы была возведена церковь, и мощи были перенесены и помещены в саркофаг. В XVI веке шла подготовка к юбилейному году. В церкви проходила реставрация интерьера, и в это же время был вскрыт еще раз саркофаг с мощами святой Чичилии. При вскрытии все были поражены. Тело мученицы предстало нетленным, как будто она просто спала. По просьбе кардинала Паоло Эмилио Сфандотти был приглашен скульптор Модерна. Он попросил его запечатлеть для потомков образ мученицы в мраморе. И то, что увидел скульптор, мы видим сейчас перед алтарем. Так появилась скульптура «Мученичество святой Чичилии». Но вернемся в IX век, когда возводили церковь. Папа Пасхалий I заказал мозаику с собственным изображением для апсиды новой церкви. В этот период были построены и другие церкви в Риме, где можно также увидеть портрет этого папы. Это церковь Санта Прасиде и церковь Санта Мария Индомника. Напомню, что церкви были построены в IX веке, и они даже по архитектуре похожи. Слева от Христа стоит святой Павел, затем святая Чичилия и папа Пасхалий I с маленьким макетом церкви, что подсказывает и указывает нам на того, кто возвел эту церковь. Он с квадратным нимфом над головой. Это знак того, что в период изготовления мозаики он еще был жив. Готический балдахин, который был создан в конце XIII века. А бронзовые гранаты – это фамильный символ кардинала Франческо Аквавиллы, при котором реставрировали церковь. Потолок украшает фреска «Коронование святой Чичилии». Некоторые боковые капеллы очень плохо освещены, а некоторые даже закрыты решетками. Мне удалось рассмотреть все. Единственное, что мне не удалось, снять для вас всю эту красоту. Но если вы приедете в Рим, можете и сами все рассмотреть. Базилика сохранила планировку IX века. Она имеет центральный неф и два боковых нефа, разделенными квадратными колоннами с арками. Этот готический балдахин был создан в конце XIII века скульптором и архитектором Арнольфо ди Камбио. Работы Арнольфо ди Камбио и сегодня можно увидеть в римских базиликах. Посмотрите, в момент съемки в главном алтаре включили свет. Самое интересное, по завершению работы мастер подписал балдахин, но в XVI веке при реставрации эту надпись скрыли. И вновь обнаружили автограф автора только в 1901 году.
Вход в крипту и подземную зону находится в магазине при церкви. Заплатив 2,5 евро милой монашке, сразу же спускайтесь вниз по лестнице. Подземный маршрут находится на глубине 5 метров. После палящего солнца так приятно очутиться в прохладном месте. Если сразу археологическая зона некоторым из вас может показаться скучной, то когда вы дойдете до крипты, будете приятно удивлены и поражены. Ну а мне было очень интересно побродить по подземному лабиринту. Ведь не каждый же день можно такое увидеть. Эти остатки древнеримских построек, керамика, разнообразные надписи на стенах, колонны. Был даже очень интересный декоративный пол. Одним словом, ребята, советую сюда заглянуть. В этой комнате было найдено 8 больших отверстий глубиной 1,5 метра, и написано, что они были построены в эпоху императора Августа. И все они, хочу сказать я вам, в очень хорошем состоянии. Ученые считают, что это было хранилище для зерна. Учитывая тот факт, что обычно снимать в таких местах нельзя, мне сегодня повезло, а значит и вам повезло, и вы, не выходя из дома, гуляете со мной в подземном Риме. Вот мы и дошли до крипты. Крипта появилась во время раскопок, которые проходили здесь в XIX веке. Ее построили как отдельное помещение для саркофагов с мощами нескольких святых, в том числе и святой Чичилии. Посмотрите, крипта сверкает яркими красками, и пройдя сначала по коридорам с мрачно-серым видом, чувствуешь контраст и желание скорее рассмотреть все подробно. Конечно, было страшновато ходить одной в потемках, но я справилась. Thank you.
Проходя по коридору прямо, в этом зале находилось 5 саркофагов. Конечно же, о многом могут рассказать и детали саркофагов. В центре зала находится средневековое надгробие с крестом в стиле космотеску. Этот зал находится прямо над центром базилики. Потом я покажу вам. Именно под этим люком находится зал с 5 саркофагами и средневековым надгробием с крестом в стиле космотеску. В галерею с фресками Пьетро Кавалини я не попала, но это повод еще раз приехать сюда. Стены лоджии украшены античными и средневековыми надгробными плитами и надписями. А это надгробие кардиналу Сфандрати, того самого кардинала, который распорядился открыть саркофаг с мощами святой Чичилии. И уж коль сегодня мы говорим о святой Чичилии, покровительнице музыки, в конце видео я вставлю кусочек концерта с музыкальной школы наших внуков. На ударных будет играть Джулио, он ходит в музыкальную школу 2 года, а Мария играет на фортепиано всего 1 год и очень стесняется. И еще будет выступление хора и даже песня Queen. Все учителя музыкальной школы – выпускники Римской консерватории имени Святой Чичилии. Ну а пока давайте еще немного прогуляемся по Трастевере, по той части района, куда редко доходят туристы. Вы посмотрите, какая здесь красота! Напомню, что это видео я снимала ранним утром, и поэтому ресторанчики еще пустые. А этот ресторанчик очень популярен в вечернее время. Здесь часто собираются местные. Уютно, красиво и со вкусом. Вы только представьте это место при вечернем освещении. К сожалению, тот отрезок видео, где было детское выступление, не подошло по каким-то правилам для YouTube, и мне пришлось его вырезать и перезалить видео. Тогда видео останется в семейном архиве. А вам, ребята, остается поверить на слово, что выступление было просто потрясающее. А я на этом буду прощаться с вами, и спасибо вам за просмотр. До новых видео, друзья! Уже сейчас готовлю новое видео с прогулки по вечернему Трастевере. Ждите новинку!